Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и наконец-то настал тот день, когда мы начнем забирать свои подарки к дню рождения нашего любимого Блица. Но для начала, ребят, я хочу поздравить всех разработчиков, всех участников этого проекта, всех тех, кто создает эту игру, кто делает в нее вклад, ну и, соответственно, всех тех, кто играет в эту игру, потому что все мы имеем возможность фаниться, и я желаю всем исключительно удовольствия от проведенного времени в нашем с вами Вот Блиц. Что же касается, ребят, подарочков, все очень просто. Как все вы знаете, в зависимости от того, сколько лет вы отыграли в игру, вы получите соответствующий размер подарка. Вот так вот для меня выглядела презентажка о том, что мне прилетел подарок. Ну а теперь давайте будем разбираться, где его найти, как его забрать. Найти вы его можете у себя в разделе «Разное» в хранилище. Заходите, будет вот такой вот контейнер. Ну и, соответственно, в контейнере будет все, что вам обещали. Открываем контейнер, забираем все вкусняхи. Ну и, соответственно, дальше будем разбираться с более интересным вопросом. Ну вот, пожалуйста, в принципе, все, что обещали, мне посчитали, что я играю более 8 лет, до 9 лет я, к сожалению, не дотягиваю там буквально каких-то 2 или 3 месяцев, уже точно не помню. Обидно, конечно, ну, как есть, так есть. Забираем все подарочки, и теперь давайте будем разбираться, но эта информация больше будет полезна для ребят, которые давно играют в игру, 8-9 лет, соответственно, так как я, где забрать машины. Машины вы можете забрать вот здесь, с правой стороны, на вкладке. Вы заходите, и здесь будет предложение. В зависимости от того, сколько лет отыграли, будут выставлены вам соответствующие машины. В моем случае это Пудель, тип 62, Т-25, Пилот 1 и АМХ М4-49. Я себе хочу АМХ, вот из всей вот этой вот группы, его, в принципе, я и забираю. Подтверждаем свой выбор, ну и, соответственно, произойдет начисление АМХ, чему я лично очень сильно рад. Получить себе восьмерку на день рождения Блица, ничего абсолютно не делая, по-моему, тема довольно неплохая. Вот он, начисленный мне АМХ, спасибо большое за подарочек мне к вашему дню рождения. Классно получается. Ребят, одновременно отмечу, что есть кое-какая заковырка. Если вдруг вам не приходит подарок в честь дня рождения Блица, обязательно сделайте следующее. Зайдите, пожалуйста, в описание к данному видео. Там вы увидите ссылочку. Перейдите по данной ссылке, либо скопируйте, вставьте ее в браузере. Wy попадете на официальную страницу Wargaming. После того, как вы авторизируетесь, вы попадете на страничку управления уведомлениями. Убедитесь в том, что ваши галочки там выставлены точно так же, как они выставлены у меня. К сожалению, если вы этого не сделаете, если галочки так проставлены не будут, то существует вероятность того, что подарок к вам не прилетит. Поэтому, друзья мои, будьте внимательны, сделайте все правильно. Ну и обязательно заходите, начиная с сегодняшнего дня, в игру и забирайте свои подарки, забирайте свою халявку, поздравляйте разработчиков тем, что берете у них то, что они вам презентуют. Но я думаю, что это самый лучший способ доказать им, что мы хотим играть в эту игру и нам действительно нравится то, что они делают. Ну а на данный момент у меня все. Стоп! Чуть не забыл, друзья мои, в следующем месяце моему каналу исполняется ровно год. И в честь этого в ближайшие 5 дней будут выходить видосы, под каждым из которого вы, оставляя комментарии, сможете забрать себе особый пропуск на Battle Pass следующего месяца, то бишь на июль. Буквально через пару часов на канале появится соответствующий видосик, в котором я все подробно распишу, все подробно объясню. Я больше чем уверен, что многие из вас получат себе особые пропуска на следующий месяц. Поэтому, друзья мои, для того, чтобы не пропустить видос, подписываемся вот здесь, вот в правом нижнем углу на канал в один клик и жмем на колокольчик для того, чтобы не пропустить выход новых видео. Ну вот теперь точно на данный момент все. Я побежал снимать новое видео. А вам, друзья мои, мира, обязательно спокойствия. Приятных празднований дня рождения Блица. Пока-пока!